Аллея героев Ивантеевского района. Толстов Петр Егорович родился 14 октября 1917 года в селе Ишковка Николаевского уезда Самарской губернии, ныне Ивантеевский район Саратовской области, в крестьянской семье, русский, окончил 7-летнюю школу в родном селе. С 1929 года работал в колхозе. В 1934 году с родителями уехал в Узбекистан. Жил в городе Ташкенте. Работал на центральной агротехнической станции «Союз Нихи счетчиком», младшим агротехником. В марте 1938 года окончил курсы шоферов. Работал по специальности в доме отдыха X лет октября. В 1938 году был призван в Красную армию Ташкентским горвоенкоматом. Службу проходил в Белорусском военном округе. Окончил школу младших командиров. Стал командиром орудия в составе 40-го артиллерийского полка 4-й стрелковой дивизии. Участвовал в походе в Западную Беларусь. Особо отличился во время войны с Финляндией 1939-1940 годов. В 1941 году окончил Одесское артиллерийское училище. Ему было присвоено звание лейтенанта. Участник Великой Отечественной войны, с апреля 1942 года воевал на Карельском фронте, с сентября 1943 года на 4-м Украинском фронте. К апрелю 1944 года капитан Толстов Петр Егорович завоевал в составе 56-й пушечной артиллерийской бригаде 26-й артиллерийской дивизии резерва Верховного Главного Командования, был помощником начальника разведки бригады, командиром дивизиона. В составе этой части прошел до победного мая 1945 года, сражался на первом и на вторых белорусских фронтах, участвовал в боях за освобождение Крыма, Белоруссии, Польши, завершил боевые действия в Германии. После войны остался в армии. В 1951 году окончил высшую офицерскую артиллерийскую школу. В 1958 году в звании подполковника уволен в запас. Жил в селе Мерке Джамбульской области Казахстана. Работал в райвоенкомате. Умер 8 июня 1986 года. А с марта 2015 года МОУ СОЖ села Бартеневка присвоено звание имени Петра Егоровича Толстого. Иван Федорович Дремов, генерал-майор, командир 8-го гвардейского механизированного Прикарпатского краснознаменного корпуса, 1-я танковая армия, 1-й украинский фронт. Родился 15 октября 1901 года в селе Ишковка Ивантеевского района Саратовской области. Русский, окончил сельскую школу, работал пастухом, подмастерьем кузнеца. В советской армии служил с 1919 по 1958 год. Окончил пехотную школу в Смоленске в 1925 году. Первый курс военной академии имени М.В. Фрунзе в 1938 году. В годы гражданской войны участвовал в боях с немцами и белополяками на Западном фронте. Принимал участие в советско-финской войне 1939-1940 годов. Командовал стрелковым полком. С начала Великой Отечественной войны до победы над Германией сражался на Западном, Калининском и Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах, занимая должности командира полка, бригады, дивизии и корпуса. Принимал участие в оборонительных боях под Смоленском, Ржевом, Калининым, контрнаступлении наших войск под Москвой, в Курской битве, освобождении Украины, Польши, разгроме врага на территории Германии. Дважды ранен, трижды контужен. За боевые отличия и безупречную службу в советской армии награжден орденом Ленина 1945, четырьмя орденами Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, орденами Суворова 1 и 2 степени, Кутузова 2 степени, Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями за взятие Берлина, за освобождение Варшавы и 5 другими медалями, а также польским орденом Крест Грюнвальда 3 класса и польскими медалями за Варшаву, за ордер Нейси Балтику, звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медалями «Золотая звезда» Ивану Федоровичу Дремову присвоено 26 апреля 1944 года за умелое руководство частями корпуса при форсировании Днестра, захвате и удержании плацдарма на юго-западном берегу реки и проявленной при этом доблести мужества после войны в 1949 году окончил высшие академкурсы при военной академии Генштаба, командовал объединением с 1958 года генерал-лейтенант танковых войск Дремов в запасе, жил в Днепропетровске, умер 2 сентября 1983 года. Кузьмин Василий Михайлович, командир взвода 82-миллиметровых минометов 429-го стрелкового полка, младший лейтенант, родился 2 февраля 1924 года в селе Николаевка, ныне Ивантеевского района Саратовской области, русский. В 1940 году окончил среднюю школу. До призыва на военную службу работал трактористом Бартеневской машино-тракторной станции. В армии с августа 1942 года. В 1943 году окончил Саратовское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны. С января 1944 года командир взвода 82-миллиметровых минометов 429-го стрелкового полка. Воевал на Втором Украинском фронте и Третьем Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Ранен 19 октября 1944 года. Особо отличился при форсировании Днестра. В ночь на 13 апреля 1944 года со своим взводом форсировал реку Днестр в районе села Бычок, Молдова, захватил плацдарм и подавил вражеские огневые точки, чем способствовал переправе других подразделений через реку. В бою по удержанию и расширению плацдарма отражал контратаки противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и боевой технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Кузьмину Василию Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны продолжил службу в армии. С 1948 года старший лейтенант Василий Михайлович Кузьмин в отставке. В 1967 году окончил Донецкий институт советской торговли. Работал заместителем директора Ялтинского курорт-продторга. Жил в городе Ялта. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степени и Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин города Ялта. Умер 12 сентября 2014 года. Похоронен в Ялте на новом кладбище. В Ялте на доме, в котором жил Василий Михайлович Кузьмин, установлена мемориальная доска, а также моусош села Николаевка носит имя Кузьмина. Жарков Степан Петрович родился 28 марта 1913 года в деревне Месищево, ныне Переславского района Ярославской области, в крестьянской семье, русский. После окончания 4 классов работал на химическом заводе в поселке Чапаевский, ныне Самарской области. В 1936-1939
1938 годах служил в армии, участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года, командир отделения 333-й отдельной разведывательной роты 254-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. 30 ноября 1943 года на подступах к городу Черкассы сержант Жарков гранатой уничтожил пулемет с расчетом. 2 декабря 1943 года под этим же городом противотанковой гранатой уничтожил вражеский блиндаж с 10 солдатами. Одного противника взял в плен. 10 декабря 1943 года награжден орденом славы 3-й степени. В начале марта 1944 года в районе села Маньковка Черкасской области помощник командира взвода старший сержант Жарков с разведывательной группой атаковал вражеский опорный пункт, уничтожив 3 противника и 4 взял в плен. Отражая 3 контратаки, группа уничтожила 20 неприятелей. 12 марта 1944 года близ села Джулинка Бершадского района Винницкой области форсировал Южный Буг, уничтожив пулемет противника. 23 мая 1944 года награжден орденом славы 2-й степени. 22 августа 1944 года старшина Жарков с группой разведчиков под городом Яссы в Румынии узнал расположение огневых позиций 4 штурмовых орудий противника. В бою уничтожил немало вражеских пехотинцев. 24 марта 1945 года награжден орденом славы 1-й степени. После демобилизации в 1945 году жил в селе Сестры Ивантеевского района Саратовской области. Работал животноводом в совхозе. Умер 12 марта 1981 года.